Всем привет! Последняя игра гремлинского турнира. Финальная. В общем-то, кто вот из игроков тут сейчас победит в этой финальной игре? Тут... Так это получается мне варум играть, да? Ну, наверное, да. Тот, видимо, и станет победителем турнира. Хотя по очкам впереди Chief Mentor, так что вот у него больше шансов. Расклады такие интересные. Мне нужно победить в 15 очков фора. Вот. Или я играю... тогда пусть уж выигрывает Чиф, а мне победить всех остальных в 5 очков. Ну, я прямо скажу, я не играю вот в таком... То есть я считаю, турнир, вот все партии вместе должны складываться, я играю чисто вот в одной партии. То есть кто тут сейчас будет побеждать, тому я и буду мешать. Мне вообще не важно, там, Чиф это будет... Ты а в чем или... тогда смысл турнира, если его не выиграть? Нет, понимаешь, смысл турнира выиграть, когда ты во всех партиях хорошо играешь. Мне вот не очень нравится вот эта система с местами, потому что тут люди начинают иногда... Ну, в гремлинах это еще попроще, а в циве с этим вообще беда, что они начинают не на победу свою играть, а чисто чтобы кому-нибудь другому мешать. И в данном случае я весь турнир играл на победу, просто на свою победу и все. И в этой игре я буду играть на свою победу, но не с оглядкой на то, чтобы Чиф, наверное, получил меньше очков и чтобы он турнир не победил. Вот, я в этом плане. Это приятно услышать. Ну просто, понимаешь, тогда игра немножко теряет свой интерес, когда люди начинают... Тогда в этих правилах. Что? Я это понимаю. Я и сам предпочитаю именно так. Нет, я про за себя говорю. Я не говорю, вы как хотите, так и играть. Я говорю за себя, что я буду играть чисто на свою победу и мешать тому, кто в этой партии пытается победить, а не мешать тому, кто пытается в турнире победить. Если у тебя вон из Мигуль опять получится, как в прошлой игре, там сколько, 46 ранок набрать, да? Ну что, молодец, круто будет. Не, это вряд ли, это вряд ли. Так, значит, у нас тут проклятый. Во-первых, у меня сразу просто на два... если так играть, прошлые 4 тура, зачем тогда они игрались, если все решается в одной игре, вот в этой? Ну, оно в любом случае в этой игре решается. Но просто надо играть не исходя из того, у кого тут больше очков именно в турнире, а исходя из этой игры. Я согласен, ну, что... Не очень будет прикольно, если все втроем, например, начнут Чифа. При этом получается, что кому-то, получается, повезет выиграть больше. То есть мы играем не на свою победу, а на победу какого-то другого чувака. Разве не так? Ну, так и получается. Просто в игре достаточно и так неприятностей, подножек и тому подобных вещей, чтобы портить игру. Ну, то есть... А если специально еще делать... на одного игрока, то это как бы уже некрасиво получается. Ну да, да. То есть тут именно... У него микрофона нет, так что будет слушать. Ну окей, я не возражаю. Тут именно что прикол гремлинов, вот ты в этой партии мешаешь кому-то победить и сам стараешься выиграть. Но если ты будешь мешать... как бы в данном случае, например, Чифу не победить, а просто вот мешать, чтобы он как можно меньше шестеренок набрал, то получается, что ты помогаешь какому-то другому человеку в этой партии. Да, конечно, может быть и ты, естественно. Я не спорю. Нужно сидеть по куче на папке, чтобы и этому мешать, и тем не давать, и этих держать. Ну что, стартуем? Ну, я готов. Мне написано, скоро начинаем. Так, значит, мы начинаем сразу с двумя зловредностей и, видите, вот в преисподней. Более того, когда мы используем карты преисподней, мы там еще лишние шестеренки. Но, так, во-первых, я вот могу чистку использовать, отличненько. Агитация, неудача, мед, волосатые лапы. Даже не знаю, я бы все оставил. Я, наверное, все оставлю. Нормальные карты, в принципе. Так, векселя, к сожалению, сыграть не смогу, а вот, слушайте, алиби мне тоже не очень хороша, потому что мне тут вроде как... Два злодея против двух читеров.
само по себе интересно. Что-что интересно? Ну, как бы наши персонажи считаются поудобнее для такого формата. Наши с апотекарием. Ну, нам, видишь, в конце досталось выбирать. Что же сделать? О, прикольно. С другой стороны, эти персонажи как раз лучшие. Слушайте, а если у меня тут выбор между заплатить деньгами и потерять шестеренки? Но шестеренок у меня нет. Мне в любом случае придется деньгами платить, да? Нет. Нет? Точно? Нет. Точно? Точно. Есть там разница в формулировках. Заплатите или потеряете. А, да, отлично, да. Если заплатите, то... Так, кто у нас вор? Чиф, да? А говорил, не буду. Ну, я помню, что у вора там должны быть бандитские карты, по идее, поэтому я его и смотрю. Правда, только начало игры, но тем не менее. Так, ну что тебе сбросить? Вот это мы тебя сбросим, пожалуй. Ты рад, что у тебя ненужная карта ушла? Чиф, ну чего ты? Ну, рад? Рад. Или нет? Или нет? Там... Ненужная же карта абсолютно. Для меня сейчас нет. Сейчас бесполезные, по-моему, раз, два, три, четыре, пять. Я, пожалуй, вексель сыграю сюда. А вот и бандитская карта пришла. Какой он честный. И чё, не посадили? Эх. Он же в ней сознался. Теперь еще и первый кандидат на губернатора. Начали разговаривать за игру на созидание, и вот как мне кажется, что вот сейчас разработчики гремлинцев пошли по неправильному пути, добавляя карты на разрушение. Ну, карты на разрушение они как раз самые поистине игры-то и делают. Нет, понимаешь, там, в принципе же, у них есть куча статистики. Вот после каждой игры ты видишь статистику. Они видят вообще всю полную статистику по всем играм. Они видят, какие карты чаще или реже играют. За счет этого они понимают, в какую сторону им баланс игры изменять. Видимо, они посмотрели, что очень мало используют карт именно на разрушение люди. Надо их больше внести, чтобы их больше было у тебя в колоде, чаще они тебе попадались, мне кажется, так. Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Что я тут могу сказать? Будем надеяться, что так, потому что больше всего... Потому что, мне кажется, вот эти на разрушение-то используют очень часто. Блин, ну и что мне? Прям таки при каждой возможности. Ладно, давайте так. Будем надеяться на это, потому что большинство все-таки разработчиков добавляют в игру не то, что надо. Стань разработчиком и сделай свое. Будешь добавлять то, что надо. Получится. О, началось. Ну, встану на волосатую лапу. Естественно. Потом надо будет зайти в банк, купить увеличение. Так, наверное, артефакт сыграю. У меня тут особо не будет денег его использовать. Любимое это... Надо же как-то зарабатывать. Броню чуть ли не главная фишка. Подать свою первую шестеренку.
никто же из вас не будет работать на заводе. Что там особый заказ? А, из 10 выбираешь. Что-то мне подсказывает, ты, наверное, заберешь то, что я у тебя выкидывал. Да? Скажи, какую ты карту возьмешь. Не будь хитрым. Тогда уже всю руку сказать. Ну да, я вообще не против. Криминальный. А мы сейчас эксперимент поставим. Есть там криминал или нет? А, будешь смотреть у него руку? Ну вот в этом, кстати, минус игры за воров, я поэтому его и не взял, я почитал, что как бы тебе приходится за криминальные карты вроде как играть. А все знают, что ты вор, у тебя, по идее, ты должен хранить криминальные карты, и очень часто тебя будут проверять, нет? Какой он мошенник и жук. Ну сразу видно, вот. Ладно, ты это заберу. Недалеко я ушел. Занимаешься тупо продажей шестеренок, да? Да, больше, чем могу. Но тайным хозяйством почти что жил. Сам скрипал, сам продал. О, вот это прикольная штука. Хрен я, правда, наверное, сыграю. Но подержу пока. Бесчестная сделка. Индульгенция. На самом деле досматривали вора не из-за того, что он вор. Из-за того, что он выбрал из кучи карт нужную. Наверное, это была хорошая карта. Телепортироваться на сокровище. Блин, все вот такие карты такая. Хорошие. Я, наверное, индульгенцию сыграю, ладно. Казалось, почти угадал. Блин, где мне деньги взять? Ну, вот аукцион тоже можно сыграть. Я не хочу давать возможность кому-нибудь другому. Давайте сюда зайдем и вот так. Продать голос или не продать? Нет. Вдруг смогу стать губернатором. О, сальто мортале, это прикольная штука. Ну, Измигул, как всегда, бабло копит. Боб, на что его тратить? Шесть карт, и все бесплатные. И ничего не шестеренку. Досмотрите меня, Коин. Снесите это. Ладно, похожу пока. Круто. Коварный план. Ну, было несколько вариантов. Будет. Не, это не уже хотелось прибыль. Бы там сидеть, конечно. А чё у меня? Типа у меня больше всех бабла.
Всех сальто. Выезжу просто по два раза заходит. Ланин, я бедный робот. Ты ж его хотел проверить. Да мне уже и так два раза дослужили. Зато до сюжета выпал. Варум ограбил банк. Так. Поздравляю. Странно, что только что. Знаешь, мало это. Либо 100 и 4, либо заплатить 150. Вот проклятый, очень мало это. Какой злой человек. Ну, кто забирает деньги у меня, тот сам потом их теряет. В 3 раза меньше забрал. Так, ну и что мне делать? Куда идти? Вот я еще могу подставу сыграть. Эй, да-да-да. Ура! Всего. Блин. Немного, к сожалению. Ты хороший был. Когда ты встал нехорошо. Схожу, наверное, в банк пока. То есть использую вот эту на 4. Раз, два, три, 4. Блин, ну вот хреново, что я сюда встану. А, давайте лучше 3. Вот подделку на, и даже распродажу на 3. Распродажу на 3. Потом раз, два, три, 4. Главное всегда держаться за вором, а не перед ним. А почему? Чтоб не догнал и не оборвал. А, ну да, точно, у него способность такая. Но он это может только вот в этих центральных точках, да, делать? То есть не во всех. В домиках. Только в домиках. И ну, то, если... Если встать на другого персонажа, это же конфликт. Если вор его проигрывает, он получает половину от уплаты. Что происходит? Что-то он нам подмигивает. Я же сказал, что в нашем городе губернатор. Фигово. Это видео создано при поддержке справочника и карты 2GIS. В мобильном 2GIS есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети. Избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн-версии. 2GIS, если быть точным. Так, что я тут хотел на 4? Ты на двойку встал. Что за человек, а? Караулю же, караулю. Так, теперь вот нужно пропагандой стоп. Взять три голоса и попробовать задание Белеза. Стоп. Хотя и задание Дорикуса. Мне бы вот астральный извоз где-нибудь добыть. А у меня для таких случаев вот честь. Голос за 40. Ну, так себе.
Нападать-то можно за 100. Выгодная сделка тоже классная. Блин, все хочу оставить. Пропаганда, ну, придется подделку, видимо. Блин, я думал, у него побольше будет. А что, думаешь, он это бы там сыграл? Что, конечно, он туда идет. Ну, как бы, нету таких карт, которые играются на 13 монет. Но он же идет почему-то туда. Или просто... Ну, наверное, он хочет поработать. Это, наверное, первый человек, кого я назову хорошим в этой партии. Сейчас я сложник на заводе. Работяга такой. Да, специально шел на завод потрудиться. Так и думает, работать или нет? А, ну да, да, да. Я отвлекся как раз. А, ему вообще, наверное, туда, наверное, на какое-нибудь, да, какое-нибудь другое место. Ясно. Это как-то... Это что-то редкий, не подумал. За кого и зачем сами? Вот кого надо было досматривать. О, он же самый злой. Не видать легкой жизни проклятым. О, я еще раз хожу. А, я должен выбрать, кто теряет голос. Ну, аптекарь. Ну и продадим. А-а-а. Поверил, что я хорошие вещи говорю. Кого шестерки есть с пятеркой? Ну, вот это я не смогу, наверное, использовать, а вот... Ну, вот эти две карты. Вот вор, что называется, да? Нашел все-таки. За что? Совсем сюда не надо было. Блин. Не хватает немножко. Придется сюда остановиться. А, блин, мне тогда не хватит денег. Вот, блин. Вот, блин. А, подожди, так мне не нужно много. А, стоп, все норм. Ничего себе, кровожадный. Все, раз, два, три, хватит. Вот, блин. Это карма за злодейство. Ой, кто бы говорил. Ладно, не хотел я это играть, но заставил. А чё ты не хотел это играть? Вот ты же криминал, это нечестно. Что я, бандит, что ли? Обмен? А, меняешься картами. Ну, вдруг там фальшивые монеты. Ты меняй вообще все карты. 180 заработаешь. Кстати, это неплохая штука, я вот... Ну, вот это вот обмен, когда у тебя хреновые карты, на самом деле, очень...
как бы два самых главных имбы сейчас. Обмен и обыск. Задарма можно сыграть и перевернуть весь расклад. И в преисподнюю тебе не надо. Я сдерживаю вора. Он бы уже на них столько очков набрал. Да, да, человек с 937 золота сдерживает вора. Блин, я думаю, наверное, надо сыграть задание Дорикуса на движение, потому что вряд ли у меня будет 500 и возможно. А тут хоть досмотр сыграю. Ни в какую. Сплавоцелу, отлично. Понять бы, куда ты идешь, интересно. Интересно вот мне. У меня 5 дорог отсюда. Как минимум. О, угадал. Хотя, ну, в принципе, угадал. Да, угадал. Как интересно. Ой, какой интересный выбор. Ну, сделаем так. Какие? Уже этого механического постового, наверное, или подделку. Давайте подделку сбросим. Я продолжаю ходить каминал. Блин, как бы у меня 2. Мне надо вот сюда попасть. А, нет, меня сюда не надо. Мне надо деньги где-то заработать. А, так, скем с апотекари, да? Сделку с дьяволом отключает. Думает, он от этого выиграет. Блин. К
сожалению, другое было... Мы все платим, и проходит перевыбор, а он опять станет тогда. Какой беспроигрышный был вариант. Блин, вот мне как мне деньги-то заработать? Пойти поработать, что ли, на завод? Да, вожжем же доходы забудем. А еще губернатор, да еще взятки. Это уже опасно. Скоро станет. Ну, видимо, так. Единственный вариант у меня тут остается. О! Первый честный человек. Оказался покетом. Я даже губернатора за это заметил. Поработаем вместе. А зачем Покетому 600 денег на заводе? Кто-нибудь так, отходи. Знает? Надеюсь, тут еще у меня есть денежки. Денежки есть. Нормально. Это было коварно. 17. А что тут коварного? Так пришел, заработал деньги. Ну, да. Честный. Сам раз. И секретную такую гадость. Так, что теперь сделать? Мне 150 надо денег. Даже правильно, читаем. Я думаю, он сейчас будет убивать какого-нибудь прислужника. Нет? Да? Чертовщина. Я думал, прислужника убьет. Зачем? Не очень хороший момент. А тут забустил доход. Замедлил. Чифа за что-то. На любую другую. По принципу наибольшей бедности. Наибольшего разрушительного эффекта. Не знаю даже. Да, блин, что-то ничего не вообще не приходит в голову. Ладно. А чё я-то? Ну а чё нет? Блин, может в тюрьму сесть? Раз, два, три, и сел в тюрьму. Нормально.
Ну что там у него? Я опять зашел топ-деком криминал. 15-й раз. Ну вот, 52 в тюрьму. Вот я его возможность хожу. Хотя криминал. Могу на вора попасть и сесть в тюрьму. Ну вот он зашел. Да, давайте, наверное, так и сделаем. Не ставит. Чип, чё не ставишь? Он, может, сам хотел сесть. Ну... В принципе, есть, конечно, резон определенный. Будто сам не из этих соображений суда. Не, ну для него он же шестеренки там может понабивать, в принципе, если свезет сильно. Да, кстати, мы как-то совсем без тюрьмы. Второй раз авторитет идет. Не хочу. Блин. Лучше бы то выбрал. Кому не положено. Кстати, можно сходить обыск. Сыграть. Так. Думаю, можно уже раритет использовать. Или сразу вечный двигатель играть. Пойти, может, в преисподнюю, действительно, карты поменять. Я фея. Круто. Ловите фею. На кого-то сыграет. А, он сам выбирает. Вот там мальчик. Потому что при выборы были. А их не было. Настырный нищеброд. За кого потекарь играет? За Кумева и Жора? Прикольно. Мне вообще пофигу, я сейчас пойду карты менять. Так, кому я даю? Из Мигулю, да? Мне вот не пофигу. Мне карта хорошая. Ну, на тебе вот это... И знаешь, я тебя даже подсоблю немного. Вот за эту карту, я думаю, ты будешь мне благодарен. Хм.
Так, но... какие я хочу оставить? Ну, эту я фиг сыграю. Если прям так намекают на то, что должен быть благодарен, то, наверное, придется. Хотя, будь моя воля. Клад. Раз, два, три. В каких-то обстоятельствах. Четыре, пять, шесть. Кому интересно будет. Везде хорошо. Ну начинается. Это правильно. Нормально вытащил. Повезло, как, а? Эй, карандапогало! Да-да. Тот еще карандапогало. Вот это поворот. Да. Да ладно, ну это какая-то подстава. Да ну, это хоть самое бесполезное. Даже не знаю, что тебе сбросить. Ну, давай вот это. Раз, два, три, четыре, отлично, зашибись, блин. Эй, карандапогало! Бывает? Это уже нанбандо. Я туда не хотел, но меня призвали. Это все покеры виноват. Это он должен был делать. Интересно. Да хоть все-таки сотка. У меня вот было еще интересно. Нет, сделаю вот так. Вот это хорошая неприятность. Всегда мне нравилось. Так. Все, в общем, все ее не против получить. Надо, наверное, пойти клад взять все-таки.
Хотя могу вот прямо сейчас пойти робота-зазывалу сыграть с другой стороны. Непонятно. Пойду все-таки клад возьму. Нехорошо, вот встал, когда потекаю. Придется идти творить зло. Камон! Не, ну тут губернатор был просто. А ты сначала выбираешь неприятность, а потом оппонента, или сначала оппонента, а потом неприятность? Сперва неприятность. Нет, сперва оппонента, потом неприятность. Ну вот, мне по-любому надо идти сейчас. Должен будешь. Клад. Блин, так было все хорошо, и раз, сразу так плохо. Из-за того, что не пустили вот меня на 3 клеточки больше. Сейчас пойду сдаваться. Опять? Блин. Апотекарь там, наверное, очень радостный. Ну, сорян, ну что я могу сделать? Теперь у нас новая цель для гнобления. О, вот смотрите, я честный, я самый честный в мире. Гребный. А торговля краденым? Собирайте себе. Сейчас еще в тюрьму посадить, да? Как под этой дьявол. Ну, ты, видимо, хочешь в тюрьму? Ну, у меня, к сожалению, я тебе просто предупрежу, у меня нету вариантов других, кроме как на три походить. Да-да, так я и поверю. Может, ты сам в тюрьму хочешь? Нет, в этот раз нет. Может, хочешь? Нет. А вдруг хочешь? Ладно, уговорил, давай. Так, значит, посмотреть руку оппонента и телепортироваться на клетку, где эта карта может быть сыграна. Мне либо сюда, либо сюда. Отличненько, свезло. Бедный я. Это очень неплохо, это у нас тут сейчас получилось. Чё ему хлеш? Похоже, до конца партии мне уже не выйти. Красивые мультики. Так, как мне теперь вот сюда попасть? Это не взятки, это ужас какой-то. Уничтожите уже этого бюрократа. Ну а чё никто бомбу не потащит? Дайте мне бомбу, я дотащу. Хоть какие-то очки получу. С
Сыграем, наверное, аукцион. Вот, вышел. Отсидел 12 месяцев, вышел досрочно, да? Ничего себе. Везука-базука тебе. У меня, кстати, импичмент есть. Кто хочет, чтобы я импичмент сделал? Очень хочу. Только он денег стоит, эта карта. Вот тебе. О, нет, карма меня пришла. Посадят. Что же делать? Сигать стукача, наверное. Давайте попробуем. Ей! Апелляция. Ну что? Так, мне надо на Измигуле не попасть. Основной должен быть стукач и импичмент. Класс. Это скрипт, это все уже знают. Когда можно посадить того, кто выходит из тюрьмы, его садят. Ну что, рассказывай всем, что там у него. Ну что там, победный. А, вот что он шел делать. Нет, он шел не это делать. Ну конечно. Ах, не пикендо. Кента кроманить. Симбиоз. Ну вот у него это классная особенность, что он продает шестеренки за дорого. С учетом того, что он еще и ходит по два раза. Да, космос. Эй! Уже пардоньте. Не того досмотрел, как всегда. Так, а что там еще есть? Эй, гранда погала! Даже не знаю, на что посмотреть. Эх, не угадал! Ой-ой-ой-ой-ой! Какой лол у нас опасный. Хочешь губернатором стать? Потекай, он тебя свергнет когда-нибудь и станет губернатором. Ну один хуже становится. Да, потекарю, нафига ему эти губернаторы. Он идет деньги сейчас копит и будет покупать сейчас кучу шестеренок. Мне кажется, тут больше надо на апотекаря смотреть, чем на чифа. Сказал Леди Пачка. С отрывом полуторахатным. Дом, милый дом. Что-то работает как надо. Да ладно, ну вы издеваетесь просто. Моя любимая карта.
Обратно, что ли, тебя посадить? Давай, сажай. Да ладно, я добрый. Какой интересный вариант, а? Ужас. Сколько интересных вариантов. Ладно, я хотел сделать вот так. Наверное, может жертвоприношение сделать. Все равно сейчас... И вот сюда. Да. Ого. А, там вот это было. Вот. Ну все, чувак пошел, как видите. Делать победу. Сделайте ему трюк. Для него подстава кому-то. Ничего, нет у него там арестовать? Вот это, все деньги. Ну, у него явно лучше. Не за деньги там он что-то будет делать. Мне так кажется. Нет. Если бы там был Дорикус, это было бы почти уже ВГВП. Блин, как тут говоря. Я получу 100, а там я получу 5 шестеренок. Теперь Дорику там не сработает. Эй, ну почему 4? Ну откуда 4, а? Вот так. И я не могу. Как можно? А, ну один ход. Я еще думал, сам извозом. Самое интересное, что у меня была карта еще, типа, сбрасывает по одному вашему помощнику с каждого, получает по 100 золота. Я вот сейчас сидел, думал, то ли мне жертвоприношение сделать, то ли это все сбросить. Главное жертву другому, чтобы не дать. Дикари, пардоньте. Нужны союзники в борьбе с покетом. Союзники нам лучше около хаоса. Блин, надо было садить, конечно. Пошел за это отнимать 2 очка. У меня карта вообще шикарная. В какой-то веке у меня карта просто идеальная. Но я что-то ничего не успеваю ей сделать. Прекрасно. Еще один последователь секты Арчера. Хоть он сам не знает об этом. Везет так везет. Шикарная карта, а я иду ее сжигать в воду. Чего? Ну, потому. Если я это не сделал, другой это кто-то сделает. А что за агенты хаоса? Чем? А, 10 голосов. Да. Пусть я потекаю, мне уже стыдно. Тоже знал, что он такой был. Этот покрик. Еще меня картами подкупал еще. Да, да, да. Со всех сторон я виноват. Да все равно кто-то из вас выиграет. Вы ж, это ж, блин, набрасываетесь, как на
бедного тузика. Как бы... Тырите потом все заработанные. Чиф-то уже свою победную очки уже набрал. Может ходить вань-поле. Опять куда? Да у меня карта хрень какая-то. Никогда мне не давал. Блин. Мой план как бы там вот понятен, да? Что я иду сюда, этого туда, потом туда и еще. Слышишь? Что это за объяснения начались? Ну, я же не могу вам рассказывать все. Ну, всем. И ему не рассказывай. Я думаю, если человек соображает, то он все поймет. Человек соображает. Правда, будто он у меня зря отнял. Я бы это, может, донес. Сам. Какой вот гадкий человек, а? Видите, какой он звука. Задание Белеза, дьявольские козни. Эти дьявольские козни я хотел сыграть. Но кто отнял, тому виднее. А давно уж нас уже свидетельство к нему. Эльтуризмов. Только что был альтруизм. Новая колода и снова альтруизм. Вот такой вот подвиг. Ну чё там? Чиф, ты тут? О. Он, видимо, отошёл. И автоматом мне показывают. Отдает тебе узурпатор? Так, а Чиф реально отвалился? Ну, отошел, видимо, куда-то, я не знаю. Так-то он вроде онлайн. Чиф, ты тут? А, я тут. А ты ходил в прошлый раз, когда там обменять карты надо было, тебе неприятность пришла? Да. Я ж тебе отдал. Ну, все нормально. Ты можешь потерять.
блин. Где бы мне 400 взять? О, блин, 40 у меня всего лишь. Нет. Вот же ж. Почему у меня такой маленький доход? Отлично, еще и зашибись. Вот я уже забыл, сколько там должно было. Ну что, у чувака 900 золота, сейчас он победит. Все сидят, ничего не смотрят, не делают, типа так и надо. Ну, как бы да. Ну, будем считать, что главное победить в каждой игре, да? Мне, по-моему, надо было больше очков. Но 3, я 4. Бы больше точно не было. 5. Ну, поздравляем с победой. Поздравляю. Не, ну сейчас я открою, могу сказать. Chief Mentor 182, из Мигул 147, да? То есть сейчас становится у Chief Mentor 197, а у из Мигула плюс 20 за победу, да? Да. Значит, 167. 198. Нет, подожди. Плюс 50, да, 198. Вот так. Зато у меня шестеренки отбирали, молодцы. Как всегда. Так, ну я походу третье место. Хотя там же еще во второй игре могут победить ребята, обогнать. Ну все, всем спасибо за игру, поздравляю. Из Мигула опять с победой. Чиф, заметь, я против тебя не играл. Я против всех играл. Я ничего не говорю. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.